Опубликован рейтинг лидеров среди регионов России по науке и технологиям. О том, кто занял пьедестал и на какой позиции оказался Татарстан, узнаете в нашем следующем сюжете. Рейтинг российских регионов по научно-технологическому развитию возглавили Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. На тройку лидеров приходится более 30% произведенных в стране инновационных товаров и услуг. Вообще Татарстан с точки зрения федерального присутствия в научно-исследовательской повестке всегда один из ведущих регионов. Татарстан получает одно из самых больших количеств грантов Российского научного фонда. Участвует в серьезных проектах в кооперации с индустрией, очень много индустриальных проектов, в том числе по постановлению 218. Научные исследования, применение высоких технологий и внедрение инноваций – одни из важнейших факторов экономического и социального развития. Увеличение доли высокотехнологичных производств не только обеспечивает рост экономики, но и способствует ее качественным и прогрессивным изменениям. Президент республики и руководство активно поддерживают ученых, дает им возможность реализовывать свои проекты на территории Татарстана. Так, например, на базе Казанского федерального университета существует ассоциация молодых ученых, в которую входят представители различных институтов. Основная деятельность ассоциации связана с координацией программ поддержки молодых ученых. Ректором КФУ Ильшатом Гафуровым утвержден ряд мер поддержки, среди которых обеспечение жильем и выделение стипендий. Не стоит забывать, что в России 2021 год объявлен годом науки и технологий. В связи с этим в Казанском университете к этому событию было приурочено большое количество мероприятий. На базе университета проводились крупные, значит, конференции, симпозиумы, круглые столы, запущены ряды программ поддержки, открылось несколько новых лабораторий. То есть это все, можно сказать, таким комплексным результатом года науки и технологий в нашем университете. Укрепление научного потенциала России – это долгосрочная и системная работа. Наука впервые вышла в ранг ключевых национальных приоритетов. Это особый год, когда каждый из нас сможет по-новому увидеть и оценить развитие научной мысли и технологический прогресс как в отдельных регионах, так и в стране в целом. Надежда Мещерякова, Роберт Хасанов, Фарид Захитоглы, Универньюз.